На месте. Мы приветствуем Айгарса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Меня слышит? Какие-то движения делают его растяжки, они приделаны, привязаны к рукам. Они тянут его в ногах, эти утяжелители. Он не может двигаться, и у него какая-то как накидка, которая энергетическая, и он в ней вот головой как-то так делает, машет, как вырваться пытается, не может. Все понял, я увидел. Да, хорошо. Сканер, просканируй сейчас Айгарса. Выведи эту накидку, подсвечивай все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с этой накидкой. Отключаются также и растяжки на руках, ногах. Все чужеродное выходит сейчас, связанное с этой подключкой. И после того, как выйдет, отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У него подключки идут лоб, виски в этих местах полностью по кругу. Ну, контроль полный. Хорошо, вытаскивай сканер. Но дальше по позвоночнику, шею подключена, руки. Готово, сейчас вышло. Отправляю в клетку. Айгарс, вы меня слышите? Он слышит. Подождите, сейчас еще отходят те растяжки. Хорошо. И утяжелители с ног тоже в клетку пошли. Хорошо. Так лучше, Айгарс? Много. Вы даете нам свое разрешение на диагностику и чистку? Он руки трет. Да, даю разрешение. Сейчас найдем, кто это вам сделал. И узнаем все обстоятельства. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой. Энергия притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Айгарса. Находит все. Выстраивает этих растяжек и накидки. Канал к ответственным притягивает в клетку-тюрьму. Значит, у него гуманоид. Это его накидка. Гуманоид, хорошо. Хамелеон. Хамелеон. Инкуб. Инкуб. Джин и бес. Какой бес? 9. Какой джин? 27-28. Чьи это растяжки? Бес. Понятно. Откуда гуманоид? Не беру. Сканер, дай мне полноту души Айгарса на настоящий момент. 88. 88%. Итак, 12% гуманоид, где они находятся? Он показывает накидку. Ты не отправлял. Больше не дает информации. Ты не отправлял копии, частички души, ее материал, не продавал. Молчит. Показывает да. Размер, который был отправлен дальше. Остальное находится в накидке. Хорошо, мы проверим, мы все вернем сегодня. У тебя сегодня будет обширная программа. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Айгарса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстраиваются. Каналы также выстраиваются к растяжкам беса и накидке гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Айгарсу. Усилию потоки в 50 раз. Бес, сколько ты находишься в этом биополе? Год и 4 месяца. В квартире присутствуешь? В доме присутствую. Джин, сколько ты находишься в этом биополе? 7 месяцев. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 2 года, 3 месяца. Хамелеон. Где ты находился в сердечной чакре? В сердечной чакре. И сколько ты там находился? 4 года. 4 года. И гуманоид с Нибиру. Как долго ты находишься в этом биополе со своей накидкой? 12 лет. А что произошло 12 лет назад? Почему ты вошел вообще в это биополе? Каковы причины? Тебя просил кто-то о чем-то? Но он показывает данные его. Его данные подходят для формирования копий. Значит, и чисто... сбора энергии, информации. То есть ты используешь человека чисто как батарейку? Не всегда. Конкретно этого делаю копии. Ну зачем тебе его копия? Продать ящером? С ящером обменяться? И на что вы меняетесь? На энергии своей? Какая у вас валюта? Разная информация идет. Пусть объяснит. И на информацию меняемся, на часть других цивилизаций. Их душ и биоматериала. И я посредник между многими. Ну, ты не только посредник, ты еще и захватчик. Заказчиками. Я понимаю. Надеюсь, у тебя будет что предложить, потому что разговор сегодня будет серьезный. Сегодня будем все возвращать назад. Это несанкционированное нападение на душу. У тебя нет никакого контракта с ней, с этой душой. Соответственно, ты находишься 12 лет нелегально, нарушил очень много законов мироздания, за которые придется отвечать. У кого есть контракт с Айгарсом или договор? Обращаясь ко всем. Ни у кого.
Отлично. Как с реверсом, Вера? Закончится. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Айгерс забирает все чистые, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Айгерс себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из этой накидки и растяжек весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Айгерса находится, мощным потоком пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. Что возвращается, Вера, из накидки? Нам свет возвращается. Часть души возвращается. Но не вся. Энергия верхних чакр, мысли. Закончился реверс. Начинаем с вытаскивания того, что осталось без. Есть ли лярвы в биополе Айгерса? Он показывает у него в области лба и висков, где была закреплена эта накидка. Там есть затемнение. А еще где? Сердечная чакра, низ живота, ноги, руки. Там затемнение. Хорошо, ты хочешь получить эти затемнения все? Хочет. Выходи сначала, снимай все, что ты оставил на своей чистоте, если что-то осталось. На месте доложи мне, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду. Приступай. Но он говорит, что ты снял уже. Хорошо, разрешаю тебе забрать все затемнения, забирай и возвращайся назад. Готов. Джину выходить не надо. Джин, втягивай в себя всю пыль, все, что ты оставил в его биополе, ничего не забывай. Ты присутствуешь в квартире, в доме, где живет Айгерс. Присутствует. Готово. Идем дальше. Инкуб, выходи, вытаскивай все свои подключки, все, что ты оставил в его биополе, отключайся полностью, возвращайся назад. Что он оставил в его биополе? Накидка? Нет, не как пояс такой, а от груди ниже перетягивается чем-то вновь. Сжал. Да, он говорит, воздержание должно быть. Не хочешь делиться ни с кем, да? Как его женщины видели? Скажи ко мне, инкуб. Суккуб. Ты мне сказала инкуб, я записал инкуб. Хотя он может быть как суккубом, так и инкубом, не так ли, суккуб? Ну, ржет. Ну, так и есть. Мехом я не могу это назвать. Что ты не можешь назвать ее? Смехом. Он, это как гогот такой. Он свернул этот ремень, и у него клубок такой получился. Хорошо, это как и видели его женщины? Как другие люди его видели? Суккуб. Как мумию. Я думаю, Айгерс теперь понимает последние 2 года и 3 месяца, как его видели другие люди. Идем дальше. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо, все свои энергии, отключайся полностью, возвращайся назад. Готово. Гуманоид, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте в биополе, что я не вытащил? Да, в области шеи у него как пластина горизонтальная. Сканер, просканируй сейчас эту пластину, выведи ее, отключай полностью, выводи из биополя. Как выйдет, отправляя в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивай прямой канал от Айгерса к этой пластине. И Айгерс реверсом отдает все негативное, патогенное, низкое вибрационное, что он от нее получил. До 100%. Пошел процесс. Что идет? У него какие-то ограничения идет. Программа линейная установлена, так дальше которой он не ходит. Готово. Установили фильтр золотой сеточки на этот канал. В порядке реверса Айгерс забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Все, что находится на его чистоте, мощным потоком пошло назад. Здесь энергии по чакрам возвращаются. Понятно. Потоками. Готово. Идем дальше. Все убрали. Сканер, дай мне полноту души Айгерса на настоящий момент. 97%. 3% не хватает. Даю команду на рассинхронизацию Айгерса с гуманоидом, его накидкой и пластиной. Хамелеоном, суккубом, джином и бесом с его растяжками. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия Айгерсу отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Айгерс, обращаясь к вам. Мы вернули вам сейчас, у вас было 88%, стало 97%, 3% не хватает. Вы понимаете, что у вас украли часть души? Понимает. Вы хотите вернуть ее? Да, все мое вернуть хочу. Выразите, сформулируйте это намерение в себе сейчас, и я сейчас дам команду, и мы вернем ваши частички души. Выстраивается прямой канал от Айгерса к частичкам его души, где бы они ни находились. 1, 2, 3, и к биоматериалу его. И на счет 3 Айгерс возвращает все свои частички души, весь свой биоматериал, все свои родные энергии по праву назад. 1, 2, 3. Пошел мощный поток назад. Забираем все. Посмотри, Вера, монитор, где она находится. Колба или хранилище? Здесь стоит засчитанное хранилище. За ними несколько
много колб разных. Его колба, она светится и трясется, чтобы выйти, но не может через защиту пройти. Хорошо, Айгарс, повторяйте за мной. Сила моего намерения. Я забираю свои частички души, принадлежащие мне по праву, и снимаю любую защиту на пути к моим частичкам души, частички ДНК и моим энергиям. 1, 2, 3. Пошел реверс энергии, забираем все назад. Там частично открылся путь, и ему возвращается все. Все остальные колбы, они стоят нетронутые под защитой. Не было запроса. Человек сам должен выразить свое намерение. Он даже не знает, что у него украли душу. Там готово. Много колб. Хорошо, отлично. Сканер это дальний... как холодильник такой полностью закрытый стеклянной защитой. Много, да, по всем полкам стоят. Та колба разрушилась, колбочки. Упала? Колба упала? Так. Нет, она просто опустела. С нее все вышло. Хорошо, сжигаем этот канал. И сканер дай мне полноту души Айгарса на настоящий момент. 100%. Хорошо, Айгарс. Все нормально получилось. Начинаю сейчас отпускать. Значит, суккуб, ты в квартире не присутствуешь. В доме не присутствуешь. Ничего твоего там нет? Нет. Хамелеон, ты тоже не присутствуешь? Нет. Хамелеон готов уходить? Готов. Больше не приходи в это биополе. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Суккуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Бес и джин. Я сейчас открою вам один портал в дом Айгарса. Вы соберете каждый, все, что вы оставили на своей чистоте. Я приду, проверю. После этого бес мне покажет порталы. Я закрою порталы в том месте, где живет Айгарс, в его комнате. И после этого могу ему собрать негатив в этой комнате, которую мы будем чистить. Устраивает? Да. Открывается портал в дом Айгарса. Бес джином уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Под растяжками беса открывается воронка в галактическое ядро. Растяжки уходят на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяй. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Я приветствую тебя, Ли. У нас здесь гуманоид Нибиру. 12 лет сидел. Мы вернули 12% души. Из них 3% находилось в хранилище, которое охраняется. Намерение... Можешь не рассказывать, я знаю его. Знаешь его? Да, забираем его. Старый знакомый? Хорошо. Он в розыске. Значит, это надолго. Ли, еще один вопрос. Вы можете добраться до этого хранилища, где мы забрали? Конечно, это самое главное. Конечно. Именно поэтому он в розыске. А вот под ключки тоже забираем. Благодарю тебя. Значит, много душ освободиться. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Здесь стоит фантом этой подключки, которая у него была. Выходит этот фантом от подключки гуманоида. Есть. Открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Да, они тоже магией владеют, и неплохо. Своей только. Переходим на чистоту. 2, 3. Хорошо, Айгарс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Чувствую свой внутренний стержень. Он немного спиральный. Так и есть. Хорошо. Сейчас вернем вас в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и сразу перейдем к чистке вашей комнаты.